И вначале о главном. К этому часу, согласно данным Роспотребнадзора, в регионе зарегистрировали 105 новых случаев заболевания коронавирусом под наблюдением более 12 тысяч человек. Маски и перчатки малоимущим раздадут бесплатно. Поддержать тех, кто оказался в непростой жизненной ситуации, распорядился глава региона. Сегодня во все муниципалитеты Ульяновской области отправили первую партию средств индивидуальной защиты. Маски – это перчатки, которые будут раздаваться гражданам малообеспеченным, те, кто обращается в социальную защиту населения, граждане старшего возраста, старше 60 лет и семьи с детьми. Всего в районы области отправили 23 тысячи масок и 38 тысяч пар перчаток. Также во все муниципальные образования мы отправляем в рамках акции «Помоги собраться в школу» планшеты для детишек, которые пойдут в этом году в первый класс. Обладателями планшетов станут 40 первоклассников.